Друзья, помню одну мысль у отца Александра Шмёмана, которая меня прям поразила, и я почувствовал, что, как сейчас говорят модно, инсайт, то, что когда Господь говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, в чем новизна этой заповеди? Что тут такого нового? Господь говорит, что мы должны любить даже наших врагов, а у нас не получается в семьях, посмотрите, даже близких своих любить, а тут надо любить врагов. И вот он говорит, что вся новизна этой заповеди заключается не в том, что Христос так утвердил и сказал, что так надо, как мы не можем. Новизна в том, что Христос приходит на землю и дает нам силу для того, чтобы мы это могли делать. И где он дает эту силу? Он дает эту силу в соединении со Христом. И максимально полным мы это чувствуем на литургии, когда мы выходим с литургии, причастившись полной этой силы Господа внутри нас, и мы теперь можем любить. Не просто знаем, что надо, но можем. Завтра марафон. Записывайтесь, увидимся.